В Миннесоте делаем видеообзор на 13 iPhone на 128 гигабайт полностью в идеале. Например, начнем с стекла. Работает как просто зеркало, потому что никаких царапин, никаких микроцарапин, ничего такого подобного нету. Данный телефон не вскрывался вообще. Показываю, пожалуйста. Пожалуйста, никакой пыли под камерами нету. Дальше переходим к корпусу. Район гнезда. Ну, это грязюка, ничего страшного в этом нету абсолютно. Это все вытирается. Вот, смотрите. Пожалуйста. Никаких трещин, царапин. Звездочки стоят ровно. Дальше. У нас идет корпус. Тыльная сторона, задняя крышечка в идеальном состоянии, тоже работает как зеркало. Сами камеры, блок камер, никакой пыли, все отлично. Дальше переходим к самому телефону. База Трутон работает, из iCloud, соответственно, вышли, через Unlocker проверили динамики. Оба динамика работают шикарно. Face ID. Работает. Состояние аккумулятора 100%. Телефон свежий. Работа камер. Все режимы портретов. Панорама. Динамики. Раз, два, три. Проверка динамиков микрофонов. Раз, два, три. Работает. Киноэффект. Замедленно. Таймлапс. Ставим напоследок сим-карту. Секунду. Так, сим-карту достал с одного телефона. Сделаем звоночек на 900. И покажу, что связь ловит. Динамики разговорные работают. Потому что в айфоне несколько динамиков и несколько микрофонов. Вот, пожалуйста. Ждем, когда сим-карту определит. Это болгарка рабочая, да? Тач? Продано уже. А? Продано. Продано. Так. Ждем, когда сим-карту определит. Потому что уже определил, потребовал пароль. Все, пожалуйста, Тинькофф определил. Звоним на 900. Не знаю, сейчас будет ли так слышно. Это Сбербанк. Я ваш виртуальный. Работаю шикарно. Чем я могу помочь? Нужен оператор. Я поняла, что вам нужен оператор. Также зайдем в диктофон. Раз, два, три. Проверка динамика микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка динамика микрофона. Раз, два. Телефон работает шикарно. Советую покупки. Можете переходить к оплате.